В Кабардино-Балкарии действует около 700 членов подполья. Такую цифру озвучил глава Следственного управления СКП России по республике. Правда, Валерий Устов обнадежил, в это число входят ли лица, всего лишь сочувствующие повстанцам. Тем не менее, данные Устова не совпадают с ранее озвученными цифрами. К примеру, замглавы МВД Кабардино-Балкарии заявлял, что в республике действует только полсотни повстанцев.